Привет, я Кирилл. Здравствуйте, я Вика. Я так рад. Чему ты рада? Завтра выходной, я с папой пойду в боулинг. А мы с папой и мамой пойдем в бассейн. Давай спросим, как отдыхают наши дети. Мы с папой играли в хоккей. На выходных кататься на собак. Летом выходные я кормила дельфинов. Я на выходных на снегобостике катался. Летом я плавал в бассейне. Я на выходных катался на коньках. Если вы хотите узнать, как отдыхают другие дети с мамой и папой, читайте книгу «Мамин выходной». А, так, Марина Потоцкой. Вам обязательно понравится.